В 2015 году впервые у нас открылась самая первая наша группа для детей, которую мы назвали Salsa Kids. И, соответственно, уже потом переросла вот в такое маленькое отделение Salsa Club Kids. И сегодня вы увидите то, что чему мы достигли, то, чего мы хотели вам презентовать. И мы надеемся на вашу очень искреннюю и теплую поддержку. Итак, прежде всего, у нас за все это время было около 60 детей, которые узнали, что такое социальные латиноамериканские танцы. Некоторые уже даже выросли и начали танцевать во взрослых группах вместе с нами и продолжили свою танцевальную карьеру.